Центре молодежного творчества выставки, семинары и другие мероприятия проходили на протяжении всего дня. Атмосфера праздника в честь 70-летия ООН царила сразу на нескольких этажах. Гости форума имели возможность ознакомиться с деятельностью тех организаций Брещины, которые в своей работе имеют социальную направленность. Среди таковых и территориальный центр Ленинского района города над Бугом. На выставке был представлен, в частности, их институт третьего возраста. Сегодня мы реализуем очень важный проект, который является примером непрерывного обучения. Для города Бреста участие в выставке 70-летия ООН именно нацелено на пропаганду достижений в области образования. И сегодня наш центр реализует проект, который позволяет людям не останавливаться в достижении своих образовательных целей. Сегодня мы обучаем людей пожилого возраста по 54 учебных группах. 400 жителей нашего города записались к нам для того, чтобы реализовать себя. Сложно найти организацию, которая была бы настолько связана в своей деятельности с ООН, как Красный Крест. Совместными усилиями эти две структуры решают вопросы, имеющие важнейшее значение для всего мирового сообщества. И Брестская областная организация Белорусского Красного Креста не исключение. Проекты, реализованные ее специалистами совместно с представителями ООН, многочисленны и разноплановы по направленности. Уже давно мы реализуем проект совместно с УВКБ ООН, с Управлением Верховного комиссариата по делам беженцев ООН, по работе с беженцами, с лицами, ищущими убежище, с мигрантами. Кроме этого, у нас есть еще программа Международного Красного Креста по беженцам. Это восстановление семейных связей. Среди участников выставки клуб деловых женщин. Уже не один десяток лет это объединение активно участвует в жизни города, области и страны. Их деятельность носит различный характер, от простой консультативной до практической помощи людям, которые оказались перед непростым выбором или в сложной жизненной ситуации. Одно из самых востребованных направлений деятельности – предоставление информации по вопросам безопасной миграции. Человек, который обладает правильной информацией, он никогда не станет жертвой торговли людьми, если он не будет рисковать собой. И если он правильно будет предпринимать все шаги, там, связанные с поездкой за границу, то, в принципе, ничего страшного его не ожидает, и он добьется той цели, которую он ставит перед собой. Масштаб проведения выставки, активность ее участников и гостей – прямое доказательство важности и значимости мероприятия. 70-летие ООН – это не просто большая дата сильной организации. Это еще одно напоминание о том, что только совместными усилиями можно сделать серьезный шаг вперед в решении проблем и вопросов мирового масштаба. А единство в деле празднования круглой даты, можно надеяться, и является отражением единства в повседневной трудовой жизни.